Знамя Победы несет Тарановский Николай Николаевич, член Президиума Совета Ветеранов, председатель ветеранской организации военнослужащих, подполковник в отставке. Знамя Российского Союза Ветеранов Афганистана несет Ленкин Василий Иванович, участник боевых действий в Афганистане. Знамя ВДВ несет Хуснулин Тахир Фуатович, участник боевых действий в Чечне, прапорщик милиции в отставке. Знамя Новороссии несет Комаров Владимир Анатольевич, участник боевых действий, юртовой атаман. Колонну ветеранов Гайского городского округа возглавляет Президиум Совета ветеранов во главе с председателем Конопевцевым Николаем Григорьевичем и бывшие главы города Гая Морозов Александр Иванович, Ярыгин Владимир Борисович, Иванов Николай Федорович. В составе колонны ветераны Великой Отечественной войны труженики тыла Галеев Дамир Субханович, Сидоренко Владимир Михайлович, Трубникова Нина Васильевна, Туева Татьяна Тимофеевна. Первостроители города Гая, ветераны Треста Южуралтяжстрой во главе с председателем ветеранской организации Евтушенко Владимирой Ярославовной, Каширин Иван Павлович, труженик тыла, кавалер двух орденов Трудового Красного Знамени, заслуженный строитель РСФСР. Третьякова Светлана Афанасьевна, кавалер ордена Ленина. Макаева Ольга Петровна, заслуженный строитель Российской Федерации. Ракова Екатерина Романовна, заслуженный строитель Российской Федерации. Сидоров Анатолий Дмитриевич, ветеран Треста. В колонне ветеранов участники боевых действий в Афганистане и Чечне во главе с председателем Российского Союза ветеранов Афганистана «Боевое братство» Хридиным Владимиром Алексеевичем, председателем общества инвалидов Ленкиным Василием Ивановичем, кавалером ордена Красной Звезды Митиным Виктором Николаевичем, ветераны вооруженных сил Еремин Юрий Васильевич, подполковник в отставке, Яничкин Виктор Анатольевич, подполковник в отставке, Степанов Николай Григорьевич, майор в отставке. Ветераны правоохранительных органов, в их составе Ремеев Владимир Дмитриевич, подполковник милиции в отставке, Панков Василий Васильевич, подполковник в отставке, Чуднов Петр Павлович, майор милиции в отставке, Гладиков Виктор Николаевич, майор милиции в отставке, Малая Ольга Григорьевна, майор милиции в отставке, Дзюба Борис Иванович, капитан милиции в отставке, Пивнева Наталья Андреевна. Ветераны-казаки во главе юртовым атаманом Комаровым Владимиром Анатольевичем, в том числе казаки-участники боевых действий на Донбассе 2014-2015 годы. Новиков Евгений Вячеславович, Давлетбаев Сагид Хамитович. Идут ветераны ПАО «Гайский ГОК», самая многочисленная организация во главе с председателем ветеранской организации, членом Президиума Совета Кравчук Анатолием Максимовичем, заслуженным шахтером Российской Федерации. В том числе Бусарев Николай Тимофеевич, кавалер двух орденов трудовой славы. Заслуженные шахтеры Российской Федерации Беспалов Александр Владимирович, Киселев Владимир Викторович, Теплов Сергей Васильевич, кавалер ордена «Знак почета» Клокова Наталья Михайловна, Галита Галина Вячеславовна на орденах, медалью «За трудовую доблесть» Князева Раиса Ивановна, награждена медалью «За трудовое отличие» Дон Анна Филипповна, первостроительница, ветеран труда. Ветераны труда: Дергунова Людмила Николаевна, Герасев Владимир Анатольевич. В колонне ветеранов идут
ветераны завода по обработке цветных металлов во главе с членом Президиума Совета ветеранов, председателем ветеранской организации Исаковой Мариной Андреевной. Ветераны завода «Электропреобразователь» во главе с председателем ветеранской организации Гречихиной Валентиной Александровной. Ветераны образования в их составе Захарьева Валентина Максимовна. Проходят годы, зарастают раны, и незаметно так уходят ветераны. Они награды в праздник одевали, и День Победы с нетерпением ждали. Когда весна сиренью зацветает, весь мир тогда солдатов вспоминает, что пол Европы по-пластунски пропахал, чтобы народ от ига не страдал, и нет беды страшнее, чем война, и как победа в той войне важна. Солдату я слагаю оду, был ратный путь его тяжел. Он все прошел, огонь и воду, и трупы медные прошел. Шагал по вражескому следу до завершающего дня и прочно выковал победу из грома, стали и огня. Сегодня мы воздаем должное великому поколению, чтоб хоть этим немногим отблагодарить за любовь к родине, честью, которой они дорожили. За любовь к людям, жизнь, которых они защищали, за свет их душ, за мудрость и доброту, за их бессмертные подвиги. Труженикам тыла слава! Матерям и женам героев слава! Павшим и живым героям слава! 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 С праздником вас, товарищи! С победой! Ура! Торжественный митинг и шествие, посвященные 77-й годовщине победы в Великой Отечественной войне и дню рождения города, позвольте считать открытым в знак памяти и скорби. О погибших на полях сражений объявляется минута молчания. На площади идет неровный строй. Их дети, внуки, вдовы и сироты. Для каждого из них он был герой. В атаку шел на вражеские дзоты. Победный гром салюта в вашу честь. Бессмертны в памяти людской остались. Святой была фашистам ваша месть. Вернуться с той войны не всем досталось. Бессмертный полк опять в строю. Нам не забыть о той войне далекой. Вы не щадили в битве жизнь свою и уходили в вечность вы до срока. Участники бессмертного полка, фронтовики, труженики тыла, малолетние узники фашистских лагерей, жители оккупированных деревень и городов, к счастью, и сейчас с нами. Это скромные люди, которые и не думали, что в годы войны совершали подвиг. Это люди, чья жизнь в годы войны стала сплавом мужества, стойкости, самоотверженности. Именно им мы благодарны своей жизнью. Им, фронтовикам. Победный май зовет сплотиться ныне вместе. Пускай летит по миру звонкая строка. На свете нет ценнее памяти и чести. Вам скажет каждый из бессмертного полка.
Идут солдаты, моряки и партизаны. Идут как прежде, и пройдут еще века. Их не убили ни война, ни смерть, ни раны. Они восстали в час бессмертного полка. 4 года вся страна дралась с врагами. Есть в каждом доме свой герой наверняка. На фотокарточках, заплаканных слезами, в народной гордости бессмертного полка. Течет река бессмертного полка. По улицам, проспектам, по стране шагают в ряд с портретами в руках потомки победителей в войне. На старых фото вечно молодые, свою оставив вахту в небесах, шагают предки с нами, как живые. Течет река бессмертного полка. Течет река бессмертного полка. Течет река, и нет конца колоннам. Шагают в ряд и маршал, и солдат. Из фотографий лица, как с иконы, не закрывая глаз, на нас глядят. Васильевна, учитель-логопед детского сада номер 15 «Теремок». Победу в 9-м всероссийском конкурсе «Воспитатели России» одержала Бычкова Ирина Михайловна, старший воспитатель детского сада номер 17. Воспитатель детского сада номер 10 Сушицкая Регина Ганиюловна стала победителем регионального этапа 9-го всероссийского конкурса «Воспитатели России» в номинации «Успешный воспитатель». Педагог дополнительного образования Центра детского творчества «Радуга» Лаур Наталья Викторовна стала лауреатом 2-й степени регионального конкурса профессионального мастерства «Сердце отдаю детям». Современное дошкольное образование городского округа – это стабильная развивающаяся система с богатейшим опытом и традициями. В Гайском городском округе функционирует 12 дошкольных образовательных учреждений. Заведующий Икшина Елена Викторовна, состоящим профессионалами, проработавшим более 25 лет, являются педагоги Чужайкина Ирина Геннадьевна, Мазова Наталья Анатольевна, Фролова Любовь Ивановна. Детский сад номер 14 «Малышок». Чуть более 50 лет встречает своих воспитанников. Педагоги сада – это творческий, сплоченный, грамотный коллектив. Среди них активными участниками являются Ярманова Ольга Геннадьевна, Кнеушева Татьяна Петровна, Долматова Лариса Михайловна, Княжкина Галина Михайловна, Головина Татьяна Викторовна. Детский сад номер 15 – это огромный мир детства, в котором каждый ребенок окружен заботой и вниманием. Детский сад посещает 240 воспитанников от 1,5 до 8 лет. С 2007 года учреждением руководит заведующий Егорова Елена Викторовна. Коллектив состоит из 20 педагогов, которые являются неоднократными победителями и призерами различных конкурсов профессионального мастерства. Иванова Людмила Олеговна – лауреат областного этапа всероссийского конкурса профессионального мастерства «Воспитатель Елена Александровна». Физика – 89 баллов. Учитель Тихомирова Виктория Викторовна. Педагоги школы принимают активное участие в конкурсах профессионального мастерства. Данько Оксана Александровна, учитель начальных классов высшей квалификационной категории. В праздничной колонии проходит коллектив муниципального автономного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа номер 4». Руководит педагогическим коллективом Касимова Оксана Викторовна. Учителя школы на постоянной основе принимают участие во всех профессиональных конкурсах педагогических работников и спортивно-культурных мероприятий. Коллектив школы является победителем спартакиады ГТО. Среди трудовых коллективов отдела образования администрации Гайского городского округа школа – победитель муниципальных конкурсов лучшего витражного оформления среди образовательных организаций Гайского округа. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия» возглавляет опытный директор Металликова Лариса Михайловна, лауреат региональных... Руководством опытного педагога Бычковой Любови Ивановны с 2021 года в гимназии успешно функционирует инновационный образовательный центр естественно-научной и технологической направленности «Точка роста». Высокие результаты достигнуты в области научно-исследовательской и проектной деятельности, в области работы с одаренными детьми, в сотрудничестве с инженерной школой УГМК. Обучающиеся гимназии достойно представляют свои учреждения в региональном этапе всероссийской предметы Олимпиады школьников. В 2021 году Бондарев Евгений, Зубарев Сергей, Левченко Ангелина стали призерами регионального этапа всероссийской предметы Олимпиады школьников.
Средняя общеобразовательная школа номер 6. Под руководством директора школы Варламовой Любови Александровны учреждение... На областном уровне были отмечены Мухвазалова Татьяна Алексеевна и Красноборова Ирина Владимировна. Ученики Мамонтовой Светланы Юрьевны показывают стабильное высокое качество учебной и внеурочной деятельности. Поликарпова Лариса Федоровна воспитывает творческих, увлеченных детей, добивающих высокий результат... результаты во всероссийских конкурсах. Махмудов Тимур стал победителем всероссийского конкурса «Наш домашний краеведческий музей». Педагоги Кургаева Анна Петровна, Чумакбаева Екатерина Батаевна и Шалбаева Эльмира Шавкатовна подготовили призеров регионального этапа областной олимпиады школьников по предметам. Педагогический коллектив гордится своими учениками, среди которых Тумухамбетова Амир, Лепехин Лев, Ииска Екатерина, Воробьев Влад, Глебова Анастасия. Средняя общеобразовательная школа номер 7 возглавляет Ирина Александровна Волоснова. Школа, лауреат всероссийского смотра конкурса и передовой опыт организации образования. С 2020 года школа реализует национальный проект образования «Цифровая образовательная среда». В школе работают педагоги с высочайшим уровнем профессионализма. Из 45 педагогов, работающих в школе, 23 учителя имеют высшую квалификационную категорию. Обучаясь на курсах, выступая на научно-практических конференциях, становятся лауреатами и победителями различного уровня конкурсов профмастерства. Козырялова Ольга Геннадьевна, победитель муниципального конкурса «Мой лучший урок 2021». Климова Лариса Михайловна, призер регионального чемпионата «Молодые профессионалы» Оренбургской области. Телеверстова Вера Яковлевна, победитель Всероссийского олимпиады «Образовательный марафон». Шкаровский Владимир Владимирович, лауреат международного конкурса «Мастерство молодых». Оценка качества образования является достижением обучающихся во всероссийских, областных и муниципальных олимпиадах и конкурсах. Общеобразовательная школа номер 8 под руководством директора Ковалевой Елены Вячеславовны. Педагоги школы ежегодно принимают участие в конкурсах профмастер Бралева Наталья Викторовна. За высокий профессионализм отмечены благодарственными письмами Министерства образования Оренбургской области Тарасова Юлия Геннадьевна, Павлова Александра Сергеевна. Грамотами Министерства образования и науки Российской Федерации отмечены Быкова Ольга Николаевна, Мухвазалов Илдар Рамильевич, Малахова Антонина Петровна, Волошинюк Лариса Борисовна. Имеют почетное звание работника Министерства образования Российской Федерации Быкова Ольга Николаевна, Мухвазалов Илдар Рамильевич, Волошинюк Лариса Борисовна. Почетными грамотами Министерства образования Оренбургской области отмечены Караулова Наталья Николаевна, Бурдина Наталья Сергеевна, Зиногабдинова Любовь Сафитинова, Логинова Жанна Викторовна, Савичкина Татьяна Викторовна, Малахова Антонина Петровна, Мухвазалов Илдар Рамильевич, Сорокина Наталья Николаевна. 23 педагога отмечены почетными грамотами отдела образования. Средняя общеобразовательная школа номер 10 под руководством директора Кузнецовой Ирины Петровны является единой системой непрерывного образования детский сад школа. Школа является победителем конкурса образовательных организаций. На базе школы открыт образовательный, естественно, научно-технологический направленность точка роста, где реализуются общеобразовательные программы по предметам. Регионального проекта «Цифровая образовательная среда» в рамках национального проекта «Образование».
воспитательной работы в школе «Созданно» и успешным действием в школе «Республика Содружества», детская общественная организация «Орленок», а также волонтеров-медиков. В школе открыты 2 казачьих класса, класс МГС, юнармейский отряд «Вымпел», отряд юных барабанщиц. Благодаря высокому профессионализму и мастерству воспитателя и куратора кадетских классов Виктору Владимировичу Чувашкину нынешний кадетский класс отличает военная выправка, достойное поведение, образцовые выступления на конкурсах и соревнованиях муниципального и регионального уровня. В школе работают спортивные секции, как возрастные баскетбольные и волейбольные команды, спортивного клуба «Спортландия», руководителем которого является Дагестан Дмитрий Сергеевич. Киршенина Мария и Ярмак Вячеслав в этом году признаны лучшими игроками в соревнованиях по баскетболу и волейболу. Команда школы номер 10 стала призером за национальных соревнований телевизионного детского строительного фестиваля «Классы и старые». На площади появляется колонна учреждений дополнительного образования. Центр детского творчества «Радуга». Это многопрофильное учреждение дополнительного образования, которым охвачено более 2000 учащихся Гайского городского округа. Руководит Центром детского творчества Плотникова Людмила Геннадьевна, где работают 37 человек. Из них 23 педагогических работника. Центр является опорной площадкой по следующим направлениям. Медиаобразование, музейная деятельность, самоуправление, деятельность школьных театров и создано местное отделение российского движения школьников в Гайском городском округе. Организации возглавляют коллективы яркие и сильные педагоги, способные раскрыть в работе в ребенке уникальные способности. Под руководством таких педагогов, как Гринева Ирина Федоровна. Детский дом идет в ногу со временем и старается аккумулировать в себе самый лучший и передовой опыт реабилитации, социализации, максимальной интеграции детей в обществе. А значит, здесь созданы максимально благоприятные условия духовного, физического и культурного развития детей с ограниченными возможностями. Коллектив детского дома-интерната не просто решает задачи по социальному обслуживанию детей-инвалидов. Врачи, медсестры, воспитатели, младший обслуживающий персонал заменяют им родителей. На городском уровне. Хотелось бы отметить весомый вклад в физическое воспитание подрастающего поколения тренеров Поворова Владимира Николаевича, Абдрашитова Юдата Хидиятовича, Глушкова Владимира Владимировича, Валеева Роберта Фрегатовича, Полтавского Александра Васильевича. На центральной площади Гайский филиал государственного автономного профессионального образовательного учреждения педагогического труда и почетные работники профессионального образования. Короткова Людмила Викторовна, Атажанова Зиля Хамзеевна, Черкова Ирина Юрьевна, Сгибнева Светлана Алексеевна, Суржикова Александра Геннадьевна, Кравченко Елена Викторовна, Савелькина Наталья Александровна, Еременко Оксана Николаевна, Поворова Любовь Геннадьевна, Круглова Татьяна Николаевна, Байчурин Факиль Идрисович. Слова благодарности педколлектив и обучающие выражают работникам вспомогательного отдела, которые верно служат родному предприятию. Организациями и организациями Приволжского федерального округа. Победителями и призерами в конкурсах становились среди преподавателей Олегина Ирина Александровна, Берестова Татьяна Ивановна, Мишина Светлана Витальевна, Левченко Ирина Васильевна и другие. Среди студентов Тулегенова Мира, Густерина Валерия, Мухамедов Олег. Студент колледжа Рыбаков Сергей является координатором местного отделения целевые показатели по региональному проекту «Спорт. Норма жизни» национального проекта «Демография» выполнена на 100%. Благодаря появлению ледовой Купрум-арена с помощью ПАО «Гайский ГОК» и администрации Гайского городского округа открыта секция по хоккею с шайбой. Приглашены 2 тренера. В 2019 году на территории Гайского городского округа проходил финал фестиваля рабочего спорта, где гайские спортсмены показали высокие результаты, заняв первое место среди моногородов и третье место в общем зачете среди городов Оренбургской области. В рамках национального проекта «Демография», федерального и регионального проекта «Спорт. Норма жизни» на базе 4-й школы открыта еще одна площадка ГТО, которая может быть использована и для спортивных тренировок. У центра тестирования Гайского городского округа появилась возможность принимать нормы ГТО в комфортных условиях
увеличилось число лиц, присутствующих и сдавших на знаки нормы ГТО. На центральной площади муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа Рекорд». В настоящее время в школе работают 10 отделений. Спортивная гимнастика, велосипедный спорт, настольный теннис, спортивный туризм, вольная борьба, футбол, лыжные гонки, шахматы, волейбол, хоккей. Колонну физкультурно-оздоровительного комплекса «Горняк» возглавляет директор Карманов Сергей Иванович, который неоднократно был награжден дипломами Министерства физической культуры и спорта Оренбургской области. На центральной площади клуб любителей бега «Надежда». Курамшина Валентина Николаевна, акушерка с 1959 года. Судоргин Мария Федоровна, Авдеева Марина Николаевна, Жаданова Зинаида Васильевна, Палкина Евгения Петровна, Крылюк Нина Васильевна, Саблина Мария Ивановна, Баширова Галина Александровна, отличник здравоохранения. С молодых лет посвятили свою жизнь гайчанам супруги Полтавские, Лабины, Новоженины, Картуновы, Котовы, Воробьевы, Герцен, Хафизовы, Федосовы, Молдовановы, Кузьминковы. Посвятили жизнь детям и их здоровью заслуженный врач РСФСР Борисова Марина Николаевна, отличник здравоохранения Шершова Галина Андреевна, районный педиатр Полтавская Марина Ильинична, заведующая детской поликлиникой. Сегодня идут орденоносцы комбината, люди, чей многолетний добросовестный труд в гайском ГОКе отмечен высокими государственными наградами, работники подземного рудника. Калинин Олег Александрович, Попов Павел Геннадьевич, работники обогатительной фабрики, Винокуров Алексей Анатольевич, Назарова Галина Анатольевна, машинист тепловоза Мамбетов Василий Вакифович. Работники комбината несут георгиевскую ленту, знак воинской славы и связи поколений. Георгиевская лента и порох, и огонь, и скорбь души, и солнце жизни новый, узор двухцветных линий, истории ладонь, судьбы орнамент, памятное слово. От прошлых дней до вечности, и радость в ней, и грусть. Георгиевская ленточка, я помню, я горжусь. Отдавая дань уважения ратному подвигу солдат Великой Отечественной войны, проходят работники подземного рудника, одетые в плащ-палатки. Они несут в руках легендарные макеты автоматов военного времени ППШ, пистолет-пулемет Шпагина. Так когда-то уходили на фронт наши отцы, деды и прадеды, чтобы вернуть нашей родине мир и суверенную независимость. Солдаты помнят вкус земли, она скрипела на зубах. Ее терзали, рвали, жгли, в нее вжимали боль и страх. Солдаты помнят вкус войны, соленый, горький фронтовой. Кто выжил, тем остались сны, везут солдаты их домой. 10 миллионов тонн. Такой объем добываемой руды обеспечивается реализацией уникального проекта по вскрытию и разработке глубоких горизонтов подземного рудника. Ежегодно гайский ГОК направляет значительные средства на модернизацию горно-шахтного оборудования. Стабильная работа гайского ГОКа позволяет выполнять предприятию все социальные обязательства, вести благотворительную деятельность, выплачивать налоги и бюджеты всех уровней. Продолжают парад работники подземного рудника. 2000-й коллектив горняков возглавляет Нестеренко Дмитрий Владимирович. В основе разработки гайского месторождения подземным способом лежат глубокие инженерные знания, профессиональное мастерство и самоотдача, опыт и трудолюбие многочисленной армии горняков. По площади проходит коллектив шахтостроительного управления. Под руководством Зацепина Николая Владимировича шахтостроители ведут уникальную реконструкцию подземного рудника, работая на горизонтах, расположенных ниже километровой отметки. В числе передовиков производства бригадами, которыми руководят Якимушкин Александр Леонидович, Шелягин Антон Юрьевич, Майсаков Александр Владимирович, Каханов Евгений Александрович. Идут работники открытого рудника комбината, цех по добыче руды открытым способом, с которого начиналась история освоения гайского месторождения, возглавляет
почетный горняк России, кавалер знаков отличия за заслуги перед УГМК Фомин Александр Владимирович. Празднично украшенной колонии идут почетные горняки, главный инженер цеха Ефимов Анатолий Михайлович, заместитель начальника рудника Калачев Юрий Николаевич, председатель профсоюзного комитета цеха Омельченко Василий Григорьевич. В колонии идут главные специалисты цеха Галкин Игорь Николаевич, Речихин Сергей Иванович, Новиков Олег Алексеевич, Крокун Сергей Григорьевич, Ревенкова Ирина Васильевна. В праздничной колонии идут работники обогатительной фабрики. Руководит цехом обогатителей Семенов Дмитрий Алексеевич. Ежегодно фабрика перерабатывает более 9 миллионов тонн руды в год. Получение такого результата возможно благодаря слаженной работе каждого из участков фабрики, которыми руководят Гнеушев Павел Александрович, Риполов Андрей Алексеевич, Сергеев Владимир Алексеевич, Медведев Михаил Юрьевич, Игнатенко Олег Владимирович, Ясков Артем Олегович, Семенов Владимир Алексеевич. В колонии идут работники Центральной химической лаборатории, которой руководит Блинов Олег Викторович. Успешно, на высоком профессиональном уровне выполняет свою работу лаборанты химического анализа Филицкая Татьяна Александровна, Афанасьева Татьяна Викторовна, Литвинова Людмила Анатольевна, Волкова Елена Николаевна, Паршина Ольга Николаевна, Литвинова Людмила Анатольевна. Парад продолжает колонно-ремонтно-механического завода, которым руководит Перегудов Борис Григорьевич. В коллективе завода работают специалисты высокого класса, такие как Суровцев Артем Юрьевич, Веретельников Сергей Викторович, Русин Виктор Юрьевич, Шакирова Римма Исмаиловна, Федосеева Римма Сагитовна, Белов Виталий Евгеньевич, Верещагин Максим Николаевич, Платонов Владимир Алексеевич, Мимаров Николай Иванович, Дубовенко Владимир Викторович. Электроцентрали. Много лет цехом руководит Гайсин Равхат Явдатович. ТЭЦ Гайского ГОКа бесперебойно снабжает теплом и горячей водой все цеха комбината и почти весь наш город. В числе лучших работников Киналеев Азат Иргалеевич, Тарасов Александр Михайлович, Фомичев Андрей Валентинович, Поляй Владимир Дмитриевич, Нургалеев Рашид Фаритович, Манушкин Игорь Николаевич. Идет колонна работников энергоцеха, руководит Селиванов Владимир Сергеевич. В этом коллективе успешно трудятся мастера своего дела. Попов Алексей Александрович, Синчурин Сергей Петрович, Большакова Ирина Владимировна, Расщукин Анатолий Алексеевич. Парад продолжают работники Центральной лаборатории автоматики и вычислительной техники. Руководитель Гераськин Вадим Михайлович. В коллективе успешно трудится Руднев Сергей Федорович, Хубаева Альбина Шавкатовна, Овчинникова Галина Сергеевна, Бережной Николай Александрович, Заикин Александр Олегович. Приветствую представителей железнодорожного цеха и работников участка централизованной доставки материалов и оборудования. В коллективе работников ЖДЦ, которым руководит Макогон Александр Васильевич, работает 176 человек. На высоком профессиональном уровне выполняют свою работу Мизин Юрий Алексеевич, Мирошников Антон Сергеевич, Бегимов Руслан Урунтаевич. Идут представители участка централизованной доставки материалов и оборудования, которым руководит Бинаев Дмитрий Сергеевич. В работе отлично себя проявляет Михайлова Елена Петровна, Решетов Михаил Владимирович, Чистовский Дмитрий Павлович, Рысаев Денис Маратович, Иванова Ольга Ивановна, Макаренко Оксана Геннадьевна. Проходит сводная колонна работников отдела технического контроля и ремонтно-строительного участка. В отделе технического контроля, которым руководит Ляпин Алексей Геннадьевич, много лет с высокой отдачей и знанием дела трудится Овечкина Светлана Георгиевна, Крюкова Наталья Александровна, Лагунова Наталья Вячеславовна, Кочеткова Татьяна Алексеевна. В ремонтно-строительном участке, который возглавляет Тарков Виктор Николаевич, успешно трудится. Как... Преодолевающие различные препятствия. Под руководством тренера Банкова Алексея Александровича в этом году исполняется 20 лет
как Панков Алексей Александрович готовит спортсменов этого экстремального вида спорта.